Эффектные трюки спортсменов, приветствие почетных гостей. В Одинцове стартовали поединки среди мужчин и женщин долгожданного чемпионата России по тхэквондо. В борьбу вступили лучшие спортсмены страны в 16 весовых категориях. Я присутствовал неоднократно на тренировках нашей команды, которая готовилась выступать и отстаивать честь своей страны. Ребятам я сказал, это вот мои слова, они здесь присутствуют, я сказал: я вам желаю попробовать олимпийское золото на зуб нашей команде, потому что золота у нас еще в этом виде спорта не было. Прошло немножко времени, и оно у нас есть. Михаил Артамонов недавно вернулся с Олимпиады в Токио. Здесь он, как и члены сборной команды России по тхэквондо, показали высочайший уровень мастерства. На счету Михаила – бронза. Секрет успеха – многочасовые тренировки без поблажек и дисциплина. Спортсменам хочу сказать, чтобы продолжали работать, тренироваться, даже когда что-то не получается или не складывается, кажется, что все не получится. В этот момент надо продолжать тренироваться и продолжать верить, что все будет отлично, и однозначно результат не заставит себя ждать. Чтобы добиться таких же внушительных результатов и вновь побороться за олимпийское золото, победители этого чемпионата России готовились в течение нескольких лет. Сейчас самое время, чтобы сделать рывок вперед и стать ближе на шаг к Олимпиаде, которая пройдет во Франции в 2024 году. Такой колоссальный масштаб. То есть ощущается, что действительно уровень тхэквондо в стране растет, и в том числе как бы организационный. То есть то, как построено, как построен день, соревновательный, то есть какой корт сделали под финальные поединки, то есть трансляция, то есть освещение качественное, электронная система работает хорошо. То есть все на таком действительно крутом уровне, что только положительные эмоции. Зрелищно и феерично. Так оценили масштаб церемонии открытия гости, участники и тренерский состав сборных. География чемпионата тоже потрясает. 57 регионов со всей страны. Прекрасное открытие. Организовано великолепно. Так совпало, что мы сегодня не только открыли чемпионат России очередной, но и завершили прошлый цикл, поздравив наших спортсменов, олимпийцев, их тренеров и еще ряд наших коллег. Поэтому у нас такой праздник большой. Чемпионат России по тхэквондо завершится 15 сентября. Эти соревнования для многих станут стартом в серьезное спортивное будущее. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».